Привет всем! Записываю еще одно видео. Это видео довольно иронично будет, так как пишу я его 10:30 вечером. Но оно будет про то, как полезно ложиться спать раньше 9 часов вечера. Вот почему случилась такая ирония. Последние несколько дней я тренировался по бразильскому джиу-джитсу. Тренировка начиналась в 8:30 вечера, шла до 10 вечера. И была довольно мощной, интенсивной, поэтому после нее и во время нее вырабатывалось много адреналина. И, в общем, скажем так, это повлияло на мой режим. Я обычно ложусь спать 8-9, но вот после этих нескольких дней, в каждый день я прям чувствовал, что я до часу, до двух не мог как бы особо успокоиться. И поэтому график мой сбился, но сегодня я его буду налаживать. И как раз сегодня я хотел бы рассказать о том, почему нужно ложиться спать раньше, а конкретно 8-9 часов вечера. Я бы еще хотел упомянуть, что эта привязка к конкретным числовым значениям, она не совсем корректна, потому что разные люди живут в разных часовых поясах. И, скажем так, привязка так называемых 8 часов к настоящему астрономическому времени, то есть где Земля, то есть ваша точка Земли находится в это время, в каком положении во вращении Земли, зависит от того, от какой-то случайно выбранной, скажем так, часовой зоны, которая определяется какими-то совершенно часто непонятными законами. Если вы живете в России, вы знаете, какие были терки, скажем так, с определением часовых зон. Вот, с каждым новым приходом президента вот, какие-то часовые зоны менялись. Ну, в общем, так что надо будет еще уточнить, как это на самом деле правильно работает. Так вот, почему стоит засыпать раньше? Да? Сон – это важный регулятор гормонов и вообще всех механизмов в нашем организме. То есть, когда вы засыпаете, скажем так, есть такая поговорка, что природа нам каждый день, каждое утро дает шанс начать все заново. То есть, это как чистый лист. Значит, каждое утро открывается. В принципе, у вас начинается новая жизнь. То есть, каждый такой момент сна ночного – это как разделение между вчера и сегодня. То есть, сегодня утром вы начинаете новый день. Вот. И там средний человек, вы можете посчитать, в принципе, имеет огромное количество таких чистых листов. Если вы посчитаете 365 дней в году и помножите, там, я не знаю, на 60-70 лет или 80 среднюю длину жизни, это, в принципе, довольно большое число. Вот, если вы пытаетесь менять свою жизнь, но у вас там что-то не получается, это, в принципе,